У нас вечер. Девчонки рисуют. Кто что? Машка тут рисует, по-моему, улитку. И у нас у Кати добавилась на койке рисунок собачка. Мама, вот, вот там. Да. И Маша меня сюда на койку повесила. Тут только темно, не видно ее. Бабочка. Бабочка там. Еще не баб... Та бабочка. И с бабочками. А у тебя что мордочка изрисована тоже? А ты кого рисуешь? Улитку. Улитку тоже рисуешь? Радужную улитку у нее. Все понятно, у вас радужные улитки. Все ясно. Ну, красивая будет улитка. У Маши тоже. И у меня. У Машки глаза. Да. И у меня лоша. И хочу показать, что мы сделали с улитками. У нас раньше вот в этом контейнере сидели большие улитки. А так как у Светы привезли альбиносиков, и их 20 штук. Да, Свете с Машей привезли. Мы их переселили сюда, а этих больших пока мы переселили вот в этот контейнер. Завтра мы купим большой ему контейнер и переселим. Ого. Остальные улитки вот так вот у нас стоят пока. Видите, вот так вот. Это... Альбина будет, ретикулят Альбина будет. Света за компьютером сидит. Не знаю, что она там делает. Мама. Да. Когда я проснусь перед хатиком, я их... всех улиток побольше. Да, тут ваши поделки всякие лежат, что только не делают. Ну ладно, вот такой вот у них вечер у детей у моих. Папа баню топит, скоро в баню пойдем. И потом покажем вам готовые рисунки уже. Да, Маша? Ну вот так вот. Ладно, всем пока и спасибо за внимание.